Воза Пинком рады, с вами снова Валькирин. Вы довольно часто спрашивали, куда же пропал формат челленджей с моего канала. И на самом деле это совершенно не моя вина, ведь договор был на 3000 лайков, а вы их набирали уж очень долго. Но в этот раз в честь праздника, так уж и быть, я сделаю небольшую скидочку. С вас 2500 лайков, и я сразу же начну записывать следующий челлендж. А сегодня вас ждет очень угарный ролик. Все карты раскрывать сразу не буду, подробности узнаете немного позже. Кстати, если вы хотите попасть в следующий ролик с выполнением, обязательно пишите свои правила челленджа в комментариях. А ежели у вас есть желание сделать это вне очереди, вы можете поддержать меня чеканным донатом на стримах, которые, кстати, проходят на самом YouTube-канале. И тогда я попытаюсь выполнить ваш челлендж в прямом эфире. И уже на основе этого сделаю ролик. Скорее всего, сегодняшнее видео будет последним в этом году. Так что поздравляю всех с наступающим 2021 годом. Ну а если вы хотите, чтобы в последующие года у вас всегда было хорошее настроение, вам нужно всего лишь подписаться на мой канал и нажать колокольчик. Всех еще раз с праздниками и приятного вам просмотрочка. Хардерис, спасибо огромное. Сука. Я тебе задоначил, а теперь... В чем там? Теперь от меня челлендж просит. Как вариант, значит, после каждого килла. Чего? Хардерис, спасибо. Сука. Как вариант, стонайте после каждого килла. Я согласен, все, принимаю. Я согласен, стонайте, надо стонать. Я сейчас его, блядь, не буду поднимать, честное слово. А мы не будем его поднимать, за ней послежит. Я его сейчас еще и вытолкну за пределы карты. А, блин. Извиняюсь, я забыл. надо напоминать мне будет каждый раз. Please, don't stop spam. Don't stop spam, блядь. Не останавливайся. Don't stop me now. Не останавливайся, спам больше. Бля, он заебал. А, это ты? Ты заебал? Это я был, случайно. Это тебе отец так сказал, блядь. Ну, можно было и поддержать, знаешь, шутку, вот, чтобы я не сидел сейчас в неловком положении, ну ладно. Сиди в неловком положении. Да пошел ты. Она основа 18. Я забыл, блядь. Ну да, естественно. Мы вчера так кайфово в РДР онлайн поиграли. Угу. Тебя ждем, блядь. Правда, уже далеко ушли по сюжету. Ну как далеко? Мы две миссии поиграли. Я не понимаю, ты хочешь, чтобы я ее не покупал или чтобы я ее купил? Я тоже такой сижу и думаю, блин, на что это байт вообще? Ебать. Я чувака нашел. Сейчас будет еще один стон, готовьтесь. Не иди в портал, блядь, не иди в портал, не да. Я за ним, мне, блядь, не, это не волнует, я пошел. Так, загадка, блядь, в какую сторону пошла лайфлайн, это тупая. А можно к вам? Все, с мамкой в комнату заходит. Кончает от игры просто. Блядь, что с этой игрой нахер не так? Это кто вообще? Как я так встал, что... Что лег? Как я так встал, что лег, блядь? Ну конечно же, блин, ну конечно же. Куда это мы? Я вас понял. Блять, это полный пиздец, блин. Серег, только ты когда к нам зайдешь, ну, у нас тут есть требование одно. Что? Ты, короче, после каждого фрага должен стонать. А, еб. Попроси еще посложнее. Повышение гарантировано.
Ух, ебать тебя. Они бросили ульту Ватсон, они бросили ульту Horizon и сидели лутали один ящик, блядь, втроем под этой ультой. Ебамбе. А чё это за физик? 29.59, ты чё, на консоли сейчас будешь играть? Да. Ты дурачок, блядь. Давай, заходи, блядь, консольный бой. Заявочка на победу. Мы тебя слышим где-то ещё. А? Ага. Эхо физика, блядь. Серега, отключи нахер голосовой чат, пожалуйста, в игре. Я? Да, ты. Садись. Надо выдерживать. Как же сложно быть консольщиком. Вся игра против тебя. Ой, блядь. Я не знаю, как вязать банки. Пара не могу. Я не знаю, как ходить. У меня нет аптечек, дайте аптечек. Бери аптечки. Так вы оставьте, блядь. Антон. Я никого не убил, я могу развлекать. Да дайте аптечку. Нет, большую кто-то взял. Дайте большую аптечку. Да на. Маленькая буду хилиться 3 года. Тем более даже не знаю, на какую кнопку. Понял. Вы забываете условия челленджа вообще-то. Так да. Дай убить, блядь, кого-нибудь. Давай новые условия челленджа. Помогите физику убить кого-нибудь. Помогите. Бля. Пиздец, что? Да, еще один склад. Ресни меня, Серега, ресни быстрее. Где ты? Давай. Хотя лучше ты, давай ты. Да, все, блин, ты давно реснул уже, блядь. Я ее сломал почти. Надо этого дебила в портале убивать, где он тут? Надо убить Ватсон, пока она сольная. Это не Ватсон, извиняюсь. Да блядь! Да блядь! Это что за подстава? Так, эти стоны были не запланированы. Все, берем топ-1 и ну его нахер. Еще склад сзади. Меня ебашут. Вижу. Все, я нападаю просто. Я там двух чуваков нокнул, где они, я не понимаю. Они сзади где-то, мне фраги не засчитали. Еще у физика двое. Да, убил! Так, Серега, это что-то не оргазм, по-моему, был. Где еще один? Я его убил! Сюда! О, они за... Так, иду. А где Каустика? У меня здесь. Вот же гнида, блин, тупая, а? На этом на Каустике. Пиздец, ребята. Я потрясающий. Как я его унизил. Это было охеренно. Вот эта катка прям мне нравится. Ля, 29.59. Стоит, да? Жмых. Нифига себе, 500 урон нанес нормально. 600, давай будем говорить. Если вам понравился этот ролик, обязательно оцените его лайком, подпишитесь на канал, тыркните колокол и не забудьте посмотреть другие мои видосики. А с вами, как всегда, был Валькирин. До скорого.